Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Какой камень подходит вам по знаку зодиака? Узнаете все в этом видео. Камни – драгоценности природы, излучают энергию и смысл. Привносят в нашу жизнь тонкий и целительный свет, создавая гармонию между внутренним и внешними мирами. Кристаллы ценятся благодаря определенным свойствам и влиянию на психическое, эмоциональное и духовное состояние человека. Многие считают их носителями энергии, имеющими символическое значение. Каждый из них влияет на человека от балансировки внутренних энергий и повышения ясности ума до стимулирования интуиции и эмоционального исцеления. Люди используют их в медитации, терапии или просто как украшение, чтобы привлечь в свою жизнь определенные положительные энергии. Независимо от того, используются камни для исцеления или просто для красоты повседневной жизни, они являются увлекательными и ценным ресурсом для тех, кто ищет более глубокие связи со своей сутью и окружающим миром. Какой камень подойдет именно вам? Овен. Овны близки с красной яшмой, которая повышает жизненную силу и предотвращает нервное истощение. Этот кристалл поддерживает смелость и решимость, давая Овну постоянный источник энергии для достижения своих целей. Тельцы. Для Тельца подходящим кристаллом является изумруд, который ассоциируется с любовью и финансовым благополучием. Изумруд привносит в жизнь Тельца стабильность и баланс, стимулирует связь с энергией, любви и благополучия. Близнецы. Близнецам может быть полезна энергия агата, которая стимулирует ясность ума и уравновешивает эмоции. Он поддерживает общение и помогает управлять изменениями в мышлениях и идеях. Раки. Для рака подходящим кристаллом является лунный камень, связанный с лунными циклами и интуицией. Этот кристалл приносит эмоциональное спокойствие и поддерживает связь с интуитивной стороной раков. Помогаем чувствовать себя защищенными, дает прозорливость в общении. Лев. Лев совместим с цитрином, который способствует проявленности в мире и изобилию. Его энергия полезна для создания уверенности в себе. Также привлекает финансовый успех, давая львам энергию, необходимую для роскошного позиционирования себя. Дева. Девы могут извлечь выгоду взаимодействия с сердоликом, который усиливает страсть и смелость. Сердолик поддерживает творчество и привносит положительную энергию в жизнь дев, помогая им более свободно выражать свои чувства и идеи. Весы. Для весов подходящим кристаллом является аметист, ассоциирующийся со спокойствием и балансом. Он приносит умиротворение и поддерживает весов в принятии решений, помогая проявлять разумную точку зрения. Скорпион. Скорпионы совместимы с обсидианом, который приносит ясность ума и энергетическую защиту. Этот кристалл поддерживает личную трансформацию и помогает скорпионам преодолевать препятствия, обеспечивая внутреннюю силу. Стрелец. Стрельцы чувствительны к лазуриту, который способствует мудрости и духовному расширению. Это союзник во внутренних и внешних путешествиях, приносящий ясность ума и помогающий стрельцам достичь своих высоких целей. Козерог. Козерогам подойдет аметист, который приносит умиротворение и душевное равновесие. Он поддерживает сосредоточенность и духовность, давая козерогам внутреннюю силу, необходимую для достижения своих амбициозных целей. Водолей. Водолею по душе апатит, который стимулирует творческие способности и ясность ума. Кристалл поддерживает новаторское мышление, приносит положительную энергию, помогая водолеям реализовать свои нестандартные идеи. Рыбы. Для рыб полезный кристалл аметист, который привлекает мир и раскрытие духовности. Он помогает интуиции и эмоциональному исцелению, давая рыбам внутреннее убежище в их чувствительной и творческой вселенной.